это Алла Чулай. Да, смотри, вот чувствуем, поставлен лоб. Ударил и разорвал. Смотрите. И пойдет сразу лоб. Уход в корпус, удар. Ба! И отсюда заходим в челюсть. Ба! Ба! Вверх руки. Я начал джинсы. Где готовились? Корпус и в голову садись. Ба! Ба! Даем? Ну, сейчас мы не бьем, чтобы не калечить себя. Локтями тоже не надо защитить, потому что от боли очень больно. Атакующим даем работу. Да, да, да. Вот я работаю, да. Бас проет. Воды будут, воды будут через лоуки. То есть, ну, ладно. Удар поставлен, я чувствую. Но лоу в карате, ну, как бы дают. Есть лоу, которое в рейтинг боксе. Естественно, на улице эти развороты не нужны. То есть, эта система ближнего боя, основной принцип такой. Мы не ударили и разорвали. Сразу вот хожу. Да, это неожиданно. Локоть, сука, неожиданно. Давай, давай без этого. Да, смотри, вот чувствуем, поставлен лоб. Ударил и разорвал. Смотрите. И пойдет сразу лоб. Я в Таиланде с одним тайцем. Вначале он меня ударил, потом я его ударил. И что, ему больно было? Он не просто, он 3 дня ходить не мог. Себе. Да. Сами, возьми еще вторую ногу. Это система ближнего боя, направленная на мгновенное сближение. То есть, допустим, вот посмотри, у меня нога идет в разрез. И вот здесь почувствовал? Да, есть. По мышцам прошло. По мышцам прошло. Но это 5-10%. Я был в Таиланде, в Пхукете с тайцами занимался. Я одному чемпиону по тайскому боксу вот это вложил. Он у меня 2 недели ходил, хромал. В 99-м году выиграл чемпионат Греции по тайскому боксу. Вот, работал в кикбоксинге. Хотел бы сказать еще пару слов до нашего уважаемого инструктора, руководителя нашего тренера, отца нашей системы Вадима Старова. Вот, благодаря ему я увидел нечто такое, чего не видел даже в своем тайском боксе. Я очень люблю тайский бокс и считаю одним из самых эффективных боевых искусств в мире тайский бокс. Но тот удар, который мне провел мой учитель по моей ноге, такой сильный удар, такой мощи я не видел, даже будучи на семинарах у чемпионов мира, тайцев. Я даже этот удар для меня был полной неожиданностью. Он очень эффективный, очень сильный. Человека подрубает, как дерево. Я благодарю учителя, что он меня научил. Вложил. Вот он, да? Вот. Считай, что мы сделали какую-то связку. Я вхожу в ближний бой. И следующий удар пошел бы локтем. Так. Смотри. А вот тут уже пошло все. Вот они, хопа. Но я сейчас раз, два, хопа, хопа. И смотри, сейчас рассмотрим. Удар. О! Ну, просто отличительная особенность этого лоу. Удар он режущий. В ближней дистанции удар, вот он выходит. И вот здесь я вкручиваю, переношу массу. И вот здесь я добиваюсь локтя. В принципе, это вхождение в ближний бой. Да, даже на правую ногу. Понимаешь? Чтобы сблизить. Да! И вот здесь идет... И вот здесь ногу прожигает. Прожигаю ногу, но этот удар очень болезненный. Да, пошел. Но это как топором, может быть, под
45 градусов дистанции. Вот у меня выходит колено, а вот здесь чувствовал просто поверхность. Если давайте это полный, но здесь основной пойдет второй удар в актер. Да, сразу же. Понимаешь, ты сейчас уже где? Ты где-то вот здесь сейчас завис. Я же сразу за ним двигаю. Сильно движение. Еще больше ногами. Не ударил, я ничего. А сразу же, понимаешь, вот я уже в нем. Дальше я буду выходить на броски. Я буду выходить на удушение. Ногу набираешь. Смотри, ногу набираешь. Она на как? Здесь. Видишь, она вот тут. Если вам спороли кишки живот, кишки вывалились, да? Кишки обратно в живот не суем, то есть это потерянные. То есть специальные вещи, есть, сразу же посмотрите, вход. Но я сейчас делаю этот момент, сразу же, и вот сразу же движение. Проводи. Сразу же вход в ближний бой. Видно, он перекрыл лицо. У него открыт пах. Я ему в пах. И сразу же после этого я выхожу. Через левую ногу. Треугольник. Удар должен прийти. И опять же, да? Не уходи. Не уходи. Не уходи. Но мне нужно вложить массу. Действия. А теперь посмотри. Ты видишь, что я на твоем движении, тебе... Начинаю. Почему я прошу? А дальше у меня пойдет. А вот здесь я уже начинаю. И опять же, посмотрите, с шагом. Я не... вот этот локоть я... тебя. Вот. А дальше я вам прошу плечи заряжены. Я справлюсь. То есть вот он. И вот. Вот. А теперь я с этой ноги. Вот оно движение с шагом ноги. И следующее у меня сразу же пойдет. Здесь заряжаю. И я дальше вхожу в ближний бой. Показываю третий, пока только. Раз, и сразу же я вошу. Вот вам бокс. Вот карате. Посмотрите, вот вход, лоу-кик. На сегодняшний момент система комплексная, которая включает в себя лучшие техники бокса, кикбоксинга, карате, самбо, дзюдо, джиу-джитсу, адаптированный для уличной самообороны. Моему хлопку смещение в сторону и двойка. Раз, два. Раз, два. Знаешь, да, что с вами работает? Раз, два. Реально, бей. Вот. 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 Да реально бей. Нет, ну, реально. Вот, смотри, пойдет удар с ноги. Вход. Удар пойдет в корень носа. Потом вот здесь. Сразу же. Вот сейчас было жестоко. Да, нет, смотри, я тебе сразу сказал. То есть, еще раз, я больше здесь стоять не буду. Все, мы этого больше, все. Просто извиняюсь. Я в реальности буду работать на джебе. То есть я сразу контроль центральной линии оси. Я не подключаю ноги. На ночь прямой удар. Но он, видишь, не дотягивается. Ближе ко мне. То есть вот. То есть я как.